мер управления коммутацией сигналов в типичном кабинете руководителя из программного обеспечения Iridium Mobile. Предполагаем, что у нас есть телевизор и условно проектор. Все это подключено через коммутатор Grammar. Есть пара источников: Apple TV, Global Cache, роутер, никакого центрального контроллера. Все управляется напрямую с планшетов или смартфонов. Так вот, небольшой интерфейс. Сначала выбираем, куда выводим, потом выбираем, что выводим. А как только что-то вывели, получаем пульт управления. Можем поуправлять. Все управляется быстро, надежно. Есть некоторые настройки, например, возможность перезагрузить коммутатор. Также расширить такую систему можно очень быстро и легко. Установить приложение на смартфон или планшет того, кто находится в кабинете, можно, используя обычный QR-код.